есть в очень хорошем кафе, называется East Village, с открытой кухней. Так вот все красиво, можно видеть, как ребята готовят. Мы сделали заказ, вот такой вот салат с креветками. Такая вот у них подача. В принципе, все здесь очень красиво. И, естественно, я вам потом расскажу о счете. For yourself. For myself. Hello. You can talk now. Okay. Видите, здесь очень большие порции, как для ливанцев. Поэтому мы попробуем, естественно, в конце я вам покажу чек, насколько мы поели. И расскажу вам, в принципе, о местных